Теперь эту команду знают многие, кто даже не имеет отношения к военной службе. 19 ноября свой профессиональный праздник отметили российские артиллеристы. Пушкари, гаубичники, минометчики, ракетчики – всех их объединяет принадлежность к особому роду войск, который еще во время Великой Отечественной получил говорящее имя «Бог войны» и не утратил ключевой роли на полях сражений и в наши дни. Свою историю праздник ведет с 19 ноября 1942 года. В этот день советские войска начали масштабную операцию «Уран» по окружению и разгрому 6-й армии Паулюса под Сталинградом. В артподготовке Донского, Юго-Западного, Сталинградского фронтов командование Красной армии задействовало свыше 15 тысяч орудий и реактивных установок «Катюша». Немцы и их союзники не могли предполагать, какая мощь артогня обрушится на передовые позиции вермахта и сравнять с землей сразу после начала канонады, сигналом которой, по отдельным сведениям участников событий, послужило радиосообщение «Пришлите посыльного забрать меховые перчатки». Артиллеристы Восточного военного округа постоянно участвуют в учениях в Приморье и за его пределами, в том числе и в международных. В части регулярно поступает современное вооружение. Бог войны и сегодня является незаменимой поддержкой для войск, которые сражаются в районе специальной военной операции. Евгений Михайлов, Телемикс.